Минимальная травматичность и худкий процесс реабилитации. У Гомельской областной клинической больницы сегодня провели первую операцию на коленном суставе с допомогой одиного в Беларуси артроскопичного обсталявания ультравысокой разделяльности. Наша здымочная бригада назирала за хирургичным умешальництвом на протягу усей операции. Опошний день зимы для Антона Бярышченки стал и опошним днем покут. Амаль полгода у 18-годового гомельшанина вельми болело колено. Причиной стала звычайная бытовая травма. Дискомфорт, порушение гибкости суставу для молодого человека были абсолютно непримальными. Хлопец – кандидат у майстры спорту по вольной боротьбе. У спортивной карьеры навученца в училище Олимпийского резерву все только починалось. А тут пришлось надолго забыть про тренировки. Получил травму, из-за которой не мог заниматься спортом. Ну и благодаря этой операции, думаю, мы восстановиться и дальше продолжать тренироваться и выступать на соревнованиях. Консервативное лечение никакой истотной корысти не приносило. Потребна была только операция. МРТ, рентген и ультрагуковое доследование показали пошкоджение мениска. Аппарат данного класса позволит нам с высокой точностью визуализировать поврежденные структуры в коленном суставе, максимально точно определить их расположение и максимально точно определить степень повреждения, которая позволит нам тщательно иссечь, удалить те поврежденные образования и поврежденную часть мениска, застарелую поврежденную часть. Неверогодно, але непосредственно под час операции высветлилось, что проблема у пациента зусім не травма мениска. Справа у невеликим, прикладно 5 на 5 миллиметров, ковалку хростка. По всем методам диагностики УЗИ, МРТ показали, что имеется повреждение мениска. А мы с помощью вот этого аппарата увидели, что проблема все-таки, да, есть небольшая проблема мениски, но основная эта проблема из-за того, что у него поврежден участок хряща, и оттуда, скажем так, уже оторванные участки вот эти больного хряща попадают в сустав и блокируют его. Обсталявание для диагностики и оперирования патологии сустава набыто дякуючи реализации мероприемства державной программы по переодолению наступства катастрофы на Чернобыльской АЭС. Оно закуплено за сродки областного бюджета и каштует амаль что полмиллиона рублей. Практичное применение уникального диагностичного комплексу одночасово дозволит отрымливать визуальную характеристику и пальпацию внутри суставных структур. При этом забеспечиваются минимальная для пациента травматичность и рызыка ускладнения. Зараз на новом обсталявании будут выполняться все операции на суставах. Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».